Здравствуйте. Сегодня 26 июня 2021 года. В эфире Алексей Шишов. Сегодня, может быть, даже затяну ролик. Ролик о том, как мы провели 4-й и 5-й день пути. Вчера около часа дня, а причем, представляете, 3 дня полноценных дороги с 3 ночевками в плюс 30. В общем, всем давно уже хотелось. Понятно, что в кибитке есть души, мы им пользовались. Но хотелось выкупаться с оттягом. Это река Вятка. Она в этом месте в целом совсем узенькая. Там, если будет видно, человек ходит почти посередине, по колено. И с того берега купающиеся вчера приходили чуть не до середины речки, чтобы окунуться. Но зато вода теплая, вода вполне себе, ну, в общем, речная, проточная, насколько это возможно, чистая. Но купались, поели на берегу. Потом пришла гроза, а мы приезда выпили коньячку, чтобы уже не испытывать никаких сомнений, что сегодня никуда не едем. Пока была гроза, подремали, потому что за 3 дня пути по 11-12 часов за рулем я немножко отвык. Вот. И с 11, ну, в районе 11 утра меня начало вчера здорово рубить. И мы совершенно спонтанно с подхода свернули в направлении, где, как нам показалось, дорожка шла к водоему, попали на абсолютно уединенное место, правда, прилично загаженное предшественниками. За ними мусор убирать не будем, не было нужды. Если им так нравится, пусть в свинарнике в следующий раз отдыхает. Сейчас собираемся, сегодня проспали до 11 часа, ну так и планировалось, потому что вчера вечером еще после грозы по свежему воздуху натоптались, погуляли с собакой отменно. Завалились спать, выспались как удавы. Теперь 3-4 дня можем валить в режиме спринтерском. В общем, вот такой вот, такая получилась у нас зеленая стояночка. Кайфанули от нее по полной. Сами в полном кайфе, чего и вам желаем. Спасибо, всего доброго.